Фура протаранила трамвай в Челябинске. Авария произошла днем в Ленинском районе города. По предварительной информации, виновником стал водитель большегруза, который не посмотрел, куда поворачивает. Пострадавших в этой аварии нет. Участники движения разобрались без участия полицейских. Столкновение оформили по европротоколу. В Златоусте школьница попала под колеса отечественного авто. Только вот водитель с места происшествия скрылся. Девочку госпитализировали. Как сообщили в ГИБДД, вишневый ВАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, а с места происшествия скрылся. На данный момент водителя нашли. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль он пытался спрятать в гараже. А два человека пострадали в результате аварии на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавской. Водитель за рулем Ford Focus при повороте совершил столкновение с маршруткой. Жесть. Спасатели вон вырезают кого-то из машины. Это видео сняли очевидцы. На месте уже работают спасатели и бригада медиков. Известно, пострадали водители иномарки и его 31-летний пассажир. О состоянии водителя маршрутки не сообщалось. А это улица Блюхера, Советский район. Две машины не разъехались на перекрестке. Кто прав, кто виноват, выясняют инспекторы ГИБДД. В Тракторозаводском районе легковушка влетела в столб. ДТП случилось неподалеку от заводской проходной. То ли водитель отвлекся от управления, то ли его подрезали, выясняется.